стрельба в мечети города Крайщерч. Стрелок вел онлайн-трансляцию этого кошмара в течение 17 минут. Джералд, Новая Зеландия. Нжерот.чи.нз Новая Зеландия. 15 марта 2019 года. Стрелок в течение 17 минут вел онлайн-трансляцию ужасающего нападения на мечеть в городе Крайщерч. Австралийская полиция установила личность нападавшего. Им оказался 28-летний австралиец Бринтон Тарант. Бринтон Тарант. Твиттер уже заблокировал аккаунт зарегистрированный под этим именем. Стрелок опубликовал ссылку на длинный манифест, о содержании которого издание New Zealand Herald решило не сообщать. По словам комиссара полиции Майка Буша, Микки Буш, ему известно о том, что видео стрельбы в мечети попало в соцсети, и полиция делает все возможное, чтобы оно было удалено. Оно не должно попасть в общий доступ. Представитель компании Facebook Мия Гарлик, Мия Гарличк, Сообщила, что видео стрельбы в мечети города Крайщерч было удалено с их сайта. Полиция Новой Зеландии уведомила нас о видео в Фейсбуке, которое появилось вскоре после начала онлайн-трансляции, и мы быстро удалили аккаунты стрелка в Фейсбуке и Инстаграме, а также само видео. Исполнительный директор Spark, Spark, Саймон Муттер, Симон Маутер, заявил, что его компания работает над тем чтобы заблокировать веб-сайты, пытающиеся распространить это видео. Наши эксперты по безопасности усердно работают над тем, чтобы заблокировать веб-сайты, пытающиеся распространить разжигающий ненависть контент, опубликованный виновниками расправы в Крайшерч. Мы надеемся, что это не вызовет серьезных проблем в использовании интернета нашими законопослушными клиентами написал он в Твиттере. Представитель телекоммуникационной компании Vodafone NZ Ричард Ливеллен, Ричард Ливеллен, сообщил, в настоящий момент все компании нашей отрасли работают на техническом уровне над тем, чтобы заблокировать разжигающие ненависть сайты, причастные к распространению этого контента. Представитель Spark Эндрю Пири, Андреал Пириа, сообщил, что эксперты компании обнаружили три сайта, на которых первоначально было опубликовано это видео, однако есть множество сайтов, которые его скопировали. По его словам, интернет-провайдеры объединили усилия, чтобы блокировать доступ к этим сайтам. Австралийские СМИ сообщили, что контртеррористическая полиция проводит оперативные мероприятия в районе Ковсхарбора в Новом Южном Уэльсе. Как сообщают СМИ, Таран жил в Новом Южном Уэльсе, хотя пока неизвестно, Жил ли он в городе Кавсхарбор? По некоторым данным, семья Стрелка, возможно, живет в Графтоне, расположенном к северо-востоку от Кавсхарбор. 17-минутная трансляция стрельбы началась в тот момент, когда преступник подъехал к мечети Аль-Нурнадин с Савинью. На переднем сиденье и в кузове его автомобиля бежевого цвета было много оружия и патронов, а также канистры с бензином. Стрелок который снимал происходящее на нашлемную камеру, зашел в здание мечети через главный вход и открыл огонь. Он находился внутри три минуты, после чего он вернулся к своему автомобилю за патронами, а затем снова вошел в мечеть и повторно открыл огонь. Это 17 минутное видео заканчивается тем, что стрелок уезжает с места преступления на большой скорости. Согласно последним данным, Число жертв стрельбы в мечети города Крайщерч в Новой Зеландии достигло 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали. Примечание редакторов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.